Некоторые врачи рекомендуют начинать детский прикорм именно с творожков, в них много кальция и других необходимых витаминов и микроэлементов, они полезны не только малышам, но и школьникам. Чтобы не покупать творожок для детей в магазине, сделайте его в домашних условиях, тогда он будет максимально полезным и вкусным. Вы можете добавить в него любые фрукты или ягоды по вкусу. Такое блюдо прекрасно подойдет в качестве завтрака, ужина или перекуса. Чтобы узнать, как приготовить детские творожки, прочтите этот рецепт. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Кефир и молоко влейте в кастрюльку, поставьте ее на плиту на небольшой огонь. Как только кефирно-молочная масса начнет кипеть, она створожится и возьмется хлопьями. Возьмите чистую кастрюльку, положите в нее дуршлаг, затем застелите его марлей, сложенной в несколько раз, вылейте в дуршлаг створоженную массу. Марлю с творогом подвесьте, чтобы с нее стекла сыворотка. Чтобы ускорить процесс, минут через 15 вы можете отжать остатки сыворотки руками. У вас должен получиться вот такой плотный творог. Вкусняшки, подписавшимся. Выложите его в чашу блендера и добавьте нарезанный банан, сахар добавляйте по вкусу или же не кладите его вовсе, взбейте творожок до однородной массы, употреблять в пищу творожок нужно в течение суток. Вкуснее тем, кто подпишется. Необходимые ингредиенты. Молоко 1 литр, кефир 1 литр, банан 1 штука, сахар, по вкусу, количество порций 5-6. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного дня!